Сегодня мы проводим традиционный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Это городской турнир, который курирует администрация городского округа Серпухов. В соревнованиях принимают участие около 80 спортсменов из разных секций нашего городского округа Серпухов. Это ребята от 5 лет и старше, есть категория ветеранов. Соревнования проводятся по двум направлениям. Карате, это кольский карате, и соревнования по ограниченному контакту. Сёдакановские секции проводят свои соревнования. Кстати, некоторые из этих ребят хотят и участвуют в соревнованиях по кольским карате, вот, потому что контактные поединки достаточно зрелищные и хотят себя все попробовать. Ну, турнир, как я сказал, традиционный. Победители получают грамоты и медали. Мы очень рады, что такой праздник у нас хороший, такие соревнования практически уже состоятся.